Управление пенсионного фонда в Волховском районе Ленинградской области межрайонное сообщает, что в соответствии с областным законом номер 130 ОЗ от 20 декабря 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемая для установления федеральной социальной доплаты к пенсии, на 2019 год установлена 8 846 рублей. Напоминаем, право на федеральную социальную доплату утрачивают работающие пенсионеры, а также студенты, получающие пенсию, отчисленные из учебных заведений, либо перешедшие на заочную форму обучения. Справки по телефону 813-63-777-99.